Всем привет, с вами ваш личный фитнес-тренер Артём. Мы все очень большие молодцы. Уже шестой день нашего замечательного испытания. Я надеюсь, что вы занимаетесь вместе со мной. Занимайтесь со мной ежедневно, и я гарантирую вам отличный результат. Итак, поехали! И в сегодняшнем шестом дне мы будем делать приседания в широкой стойке. Так, ставим носки под углом 45 градусов наружу. Спинку держим ровненько и делаем выдох, когда встаем наверх. Колени не выходят на носки. Раз. Делаем серии по 20 раз. Два. Молодцы. Три. Великолепно. Четыре. Пять. Шесть. Семь. С каждым днем становится приседать немножко труднее. Но, несмотря на это, мы должны пройти это испытание вместе. Девять. Десять. Одиннадцать. Молодцы. Спинку держим ровненько. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно, отдыхаем. Кому нужен перерыв подольше, ставьте видео на паузу. Обязательно не забываем про выдох. Хорошо, поехали. Второй сет. Приседания. Раз, два. Приседания в широкой стойке очень хорошо работают на внутреннюю поверхность бедра. Три, четыре, молодцы, пять, шесть, семь. Отводим бедра назад. Восемь, девять, десять. Молодцы. Одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно, отдыхаем. Мы закончили уже 2 сета. Осталось еще 3. Почти пол дороги уже пройдено. Отдыхаем. И продолжаем. Раз, три, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Великолепно. Отдыхаем. Осталось еще 2 сета. Молодцы. Не сдаемся. Постараемся пройти это испытание до конца. Вдохнули, поехали. Раз, два, молодцы, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Замечательно. Четвертый сет закончили. Остался еще один, последний сет. И мы закончили сегодняшним испытанием на сегодня. Отдыхаем. Собрались на последний сет. Попрыгали и пошли. Последний, 5-й сет. Раз, два, молодцы, три. Спинку держим ровненько, 4, не забываем делать выдох. 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Вы огромные молодцы! Закончили шестой день нашего великолепного испытания. Продолжайте заниматься вместе со мной. Пишите ваши ощущения после сегодняшнего дня. С вами был ваш личный фитнес-тренер Артём. Подписывайтесь на мой канал Артём Фитнес. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки. Будьте здоровы. Увидимся завтра.